Что ж, надо, так надо. У вас все в порядке? Если жители деревушки прислали вас, чтобы уговорить меня, я и сама все понимаю. Не каждый же день девушке приходится усыплять тролля. Прошу, оставьте меня, наконец, в покое. Тролль? А зачем его усыплять? Но я думала, из-за него вы и пришли. Простите. Я так много времени провожу с троллями, что забыла о вежливости. Я Александра. Простите, что нагрубила вам. Сторонники Ранрока повсюду, так что я решила защитить нашу деревушку. Но все пошло наперекосяк. Вчера пришлось извиняться, когда он чуть не растоптал пол деревни. Ему просто нужно время. Все хотят от него избавиться. Они считают, что учить тролля безумие. Думают, это невозможно. Вы очень смелая, раз взялись за такое дело. Спасибо. Спасибо на добром слове. Жаль, другие не согласны. Но я понимаю, почему они так обеспокоены. С чего я вообще взяла, что смогу обучить его? Стоило вспомнить про Варнаву Вздрюченного. Но тролль мой, а значит и проблема моя. Признаюсь, я не уверена, что сумею с ним справиться. Он сильнее любого тролля, которого я когда-либо встречала. Вот бы кто-то другой смог это сделать. Чему именно вы хотели научить тролля? Я собиралась обучить его защищать нас. Но, честно говоря, он и пары слов не усвоил и не имеет ни малейшего представления о самоконтроле. Кто такой Варнава Вздрюченный? Наверняка вы видели его портрет в Хогвартсе, в коридоре 7-го этажа. По преданию, он пытался научить троллей танцевать балет. Можете представить, что из этого вышло? Я от этой идеи не в восторге, но обдумаю ее. О, нет, я вовсе не вас имела в виду. Знаете, лучше не ходите на юго-запад отсюда, пока я не наберусь смелости сделать то, что необходимо. Рядом с деревней бродит тролль? Да, плохо дело. Ривелио! Ага, видимо, это ты, друг Александры. Конфринго! Экспеллиарис! Протего! Остолбенеть! Конфринго! Экспеллиарис! Протего!
Александра очень жаль, но тролль угрожал спокойствию деревни. Ревелио! Ревелио! Не уверен, что смог бы тут жить. Дело сделано, Александра. С троллем покончено. С моим троллем? Неужели? О, не знаю, что и сказать. Спасибо вам. Жаль, что для него все так обернулось. Тут ничего нельзя было поделать. Он не поддавался обучению. Более того, он пытался меня убить. Надо же. Слава богу, вы в порядке. Вы так храбры. Жители деревни уже успели придумать прозвище для того, кому удастся победить моего... То есть, того тролля. Звучит как кто-то там троллей. Убийца? Да, именно. Полагаю, теперь вас так величают? Мне надо побыть одной. Но я искренне благодарна вам. Убийца троллей. Хм, звучит неплохо.